Это выходной день, Стамбул. Я специально выбралась в карантин, чтобы вам снять улицы Стамбула, чтобы вы посмотрели, как мы тут живем. На минуточку, сегодня выходной день, и это самое обеденное такое время, самое популярное, когда здесь должно быть очень много людей. Это вот Галатский мост, ни одного рыбака, полиция всех, конечно, разгоняет. Айя София, Гюльхане парк, и вот начинается Ортакей. Работает маленький киоск, газеты, еда, соки, напитки, потому что здесь кабикей отправка вапуров, кораблей. А вон там рыбу, кстати, продают. Ну, продуктовая все еще может работать. Погода, конечно, не из лучших. Дождь капает. Вот так, ребята. Здесь просто в это время, в нормальное время, плечом к плечу люди идут. Сейчас, как видите, никого нет. Вот одинокая лодочка плывет. Там один мужчина сидит. Автобус, смотрите, очень мало пассажиров, буквально 5 человек там. Давайте посмотрим еще какую-нибудь интересную точку, там были, покажу вам еще. А вот, кстати, остановка, видите, приехал автобус, и вышел всего лишь один пассажир. И в автобусе один пассажир остался. Знаменитое место, вот, собственно, Галатская башня. Обычно здесь народом просто кишат улицы. Сейчас подальше пройдем. Надеюсь, меня не поймает полиция, потому что запрещено гулять. И все ради вас. Дядя, походу, турист, иностранец, без защиты, дедушка. Сейчас вам покажу, вот интересное место. Все, как видите, закрыто. Вообще, узнаете эти места? Здесь музей, забыла, как называется. Вон полиция ходит, не остановились. Людей, наверное, будет проверять, да. Или они ходят, проверяют кафе, ресторан, если кто-то. Ну, на вынос можно работать. Вот там моя любимая кофейня. Сладости турецкие я вам показывала раньше. И по вот этой улице вы можете на трамвае проехать вверх на Султан Ахмед. А здесь первый этот поезд, я забыла, как он называется. Агата Кристи. Да, про поезд, это все вот здесь, этот музей. Вапуры, как видите, стоят, людей нет, машин внутри нет, никуда они путь не собираются. Вот все закрыто, это вот магазин типа парфюмерии на разлив. Вон как общаются соседи, только криками. Это улица перед Султан Ахмед, знаете, где всякие магазинчики, лавки туристические, все закрыто. Вывески как бы горят красным цветом, но на самом деле магазин закрыт. Вон там. Дело, как мой муж сказал, это репортер из России снимает для YouTube, чтобы рассказать, как мы тут живем и все в таком роде, чтобы
люди видели правду. Он сказал, да, конечно, я вас пропущу, вот он, смотрите, где мы едем. Обычно, конечно, вам сюда так не попасть. Там вдалеке я вижу мыс Серджи. Это кукурузу. Полиция, кстати, вон стоит. Полиция контролирует гуляющих никого. Ни одного человека. Вы такое когда-нибудь видели? Один гуляющий, один продавец, еще один продавец. Каждый сидит в своем укрытии, кто в автобусе, кто в машине. Немножко полиция ходит. Я ни разу в жизни не видела эту улицу такой пустой. Здесь под нами находится цистерна базилика сейчас. Айя Софья. И я точно могу вам сказать, что мы с вами находимся сейчас в очень... Вот единственные туристы трое парни. Мы с вами находимся на пороге интересного исторического события. Птички чирикают. Даже мой свёкор сказал, проживший всю жизнь, родившийся в Стамбуле, я, говорит, ни разу в жизни здесь не видел того, чтобы не было людей. И я хочу сказать, да, однозначно, мы на пороге очень... И мы проживаем сейчас очень важное событие историческое для вообще нашего общества, социальное, историческое и политическое. Это то, что мы с вами будем рассказывать своим детям и внукам, потому что мы прожили в этот момент, в этот кризис, который нас еще ждет. Так что из всего надо, скажем так, какой-то позитив искать, но это не позитив, а... как бы выразиться. Ну, повод задуматься, куда мы идем, с кем мы идем в нашей жизни.